Ой, как я устала ждать. Как я устала ждать. Так, это ножики. Пока я еще не поняла, за сторону или за карту. Может, я что-то пропустила, пока кого-то выгрузилось. Но, по всей видимости... А нет, не факт. Не факт. Риф 3. И, собственно, кто же... А, 1-1. Ляля и Проха. Ляля и Проха. И Проха забирает Лялю. Да, это было за карту, по всей видимости. И нас ставится кетч. Чего ты хихикаешь? Что-то я приутомилась, простите меня сразу. Я хочу спать, поэтому буду еще более сонливой, чем обычно. Затянулись игры, 3 стрима подряд, это, конечно, так тяжеловато. Сейчас будут играть команда Сия, которая только что выиграла лабиринт на Мираже, и команда Санкт-Петербурга, которая до этого, к сожалению, проиграла команде New Era. Юля, сделай магический чай. У меня нет такого чая, понимаешь? Ой, мне ничто уже не поможет. А кофе я не пью. Не нравится мне кофе. Совсем. Наверное, еще не доросла до него. Как же Go TV меня это напрягает. Ой, как оно напрягает меня. Бесконечно долго можно грузить. Ну, давай же, давай. Все? Так, начинается кнайф за сторону. На карте кетч. Кэш. Как я только ее не называю, эту бедную карту. Ладно, пока все будут резаться, я перечислю еще раз составы. Значит, играют за Питер Миля, Эклерка, Ляля, Ультра и Дэвис. За команду Сиа, Кэнди, Милая, Виски, Проха и Татти. Пока я вам это все говорила, что у нас тут происходит. Сии остались только 2 девушки. Тати забирает эклерку. 2-2. Забирают вдвоем Лялю. И в одиночку Тати справляется сама. Виски, правда, это тоже бывает. Так, что же у нас выберут? Выберут Сии. Да, можно опять логично предположить, что, наверное, за КТ стоит начать кэш. Но не факт. Кому как проще своим составом. Все решают все-таки начать за КТ. ГЛХФ. И начнем смотреть все-таки за террористов, что они будут делать. Так, занимает сейчас только одна девушка А. А террористы быстренько и выходят уже вовсю. Вовсю уже вышли нон-стоп А. Забирают без особого труда Проху.
Отстреливаются все вдвоем на шорте. Бомба уже стоит. Питер очень уверенно и быстро зашел пода. Происходит война между Ультрой и... Ух, Ультра! Ай-яй-яй! Зарезала Тати. Какой-то он сегодня агрессивный в этом плане гейминг идет. Уже вторые ножи за две игры. Ой-ой-ой. Да. Сия проиграла, и Питер взял этот раунд. Даже Ультра посадила на нож кого-то. Тати, по-моему. Да, обидно бывает, когда достают нож из кармана. Так, по моральке давят немножко. Ждут аркады, не бегут фастом никуда. Ух, Кэнди забирает ультру. Забирает ультру ЦЗ в голову и отходит к мейну. Возможно, сейчас заберет и Милю, которая уже подошла к мейну близко. Ляля убивает Виски, Мила убивает Лялю, получается размен. Кэнди же ждет выход, да, убивает еще и Милю. Тати убивает Эклерку, и Кэнди сейчас может забрать и бомбу. Ах, не остается в ЦЗшке чем стрелять, и Кэнди умирает. Но сделала два полезных минуса. Остается Дэвис, которая поставила себе ник Проха Ван Лав, не знаю, правда, почему, с бомбой, и медленно идет к медлу. Тати с P90 под А. Потому что последняя инфа была о бомбе, что она именно где-то здесь. Но Дэвис идет в мидл. Что она будет делать? Скорее всего, идти в шорт. У нее всего лишь 22 секунды. Это не так уж прям ого-го как много. Она поэтому отжимает shift. Тати слышала ее. И забирает ее просто сверху. По 90. Да, возможно, сейчас стоило Дэвис все-таки бежать из остановки на Б, но она сделала неправильный выбор. И счет 1-1. Счет 1-1. Кэнди с мухой. У Питера пистолеты. И они решили выйти в фаст Б. Ультра забирает Тати. Тати делает минус 2. Минус 3 от Тати. Так. Простите, я сейчас ее переключу. Да, Тати сделала минус 3, ушла в плант Б. И посмотрим за Милей. Красную Милю забирают. Да, сейчас неплохие было. Минус 3 дала у нас Тати. Но, напомню, это было эко от Питера. 2-1 счет. Все пока лидируют. Кэнди с мухой чекает мидл. А Питер выходит фастом прямо в дым. Пытается отстрелять Виски, забирает ее. Ух, ой-ой-ой, Проха сделала минус 3. Неплохо сейчас вдвоем у нас приняли А. 3-1 счет. Первая единица от Питера. Закупает, в принципе, меняет свое оружие и команда Се. Кэнди заменяет муху на АВП. Так, Дэвис вернул свой ник. Не так проще. Большое спасибо. А не то я называла бы Проха ее, наверное. Миля под мейном. А бомба пока лежит. Играют, опять же, от минуса. Ждут. Ждут. И Миля осторожненько чекает сейчас весь А-плант через мейн. Нет, не получается забрать Виски наверху. Кэнди стягивается с АВП. Готова принимать. Да, забирают ультру. Но ультру успевает забрать Виски перед этим. Но Питер бежит на Б. Передумали выходить А. Их всего трое. Клерка красненькая уже. Далее с бомбы уже близко к выходу. Кидается дым.
Да, точно иду на девятку. Сейчас бы положено. Милая делает минус 2. Дэвис остается одна. И ее забирают. 4-1. 4-1. Пользуюсь я. И опять эко у Питера. А неужели они решили идти мидл? Да, решили идти мидл. В принципе, есть шансы забрать Кензи с АВП. Не хватает флешек. Прибегает милая в подмогу еще с вентиля. Хелпует виски. Ух, взорвали бедного Дэвиса. И Миле осталась одна с теком. У нее, в принципе, есть броня. Ей бы неплохо было бы ее засейвить. Выбивает виски, выбивает еще и проку, но все-таки ее забирают в итоге. И это пятый раунд взяла команда 7. Так, у нас Ляля взяла АВП. Будут ее апать. Сейчас будет противостояние Ляли и Кэнди. Ляля знает, что Кэнди обычно занимает защищен на шорте. Ждет. Но Кэнди так присела, очень мило. Ждет. Ой, Ляля не попадает. Так долго ждала, и я вместе с ней, и, к сожалению, не попала. Миля делает минус Кэнди тем временем. И террористов так остается всего лишь трое. Дэвис под Б. На шифте выходит. Милая ее забирает без, тоже без особого труда. В Питера осталось всего двое. 40 секунд. И пока что еще непонятно. Ждут они аркады, ждут, чтобы к ним начали Сиа лезть. Но Сиа довольно смирно сидят на своих позициях. Несмотря на то, что Питера осталось всего двое. Сейчас Прохо, возможно, сделает минусы. Да, зажимает, нет, не убивает. Ультра забирает Проху. Пошла инфа, что видела Проха их под мейном. И уже в два ствола смотрит мейн. Так, Клерка забрала виски. Бомба ставится. И ситуация в 2 в 2. Кстати, проходит в план, забирает, пока перезаряжалась Эклерка. И Мила осталось. Мила делает минус ультру, забирает ее АВП, и Тати уже диффузит бомбу. Ну, в принципе, довольно неплохо сыграли сейчас вдвоем Питер, но не смогли удержать плант. Мне его уже даже поставили, но просто не смогли удержать. Что ж, теперь у каждой команды единица. Опять решили Питер сделать что-то фастовое. Опять это фаст А. Кидается дым. Кэнди забирает Дэвис. Виски. Кэнди делает минус. Ляля забирает виски. Прохо проходит за трактор. Сейчас будет зажимать. Да, зажимает Лялю. Также она знает, что две оставшиеся в планте, к ней уже подошли ее подруги и забрали. Очень быстро забрали всей команды, они оставшихся девочек из Питера. Седьмой раунд взяла команда Сия. 7-1. Что у нас по фрагам? Настреляла уже 10 фрагов Милая под Б. Пока она лидирует по всей карте. Ну, недалеко от нее Тати, также недалеко Кензи. А Эмилия набила 5 фрагов за свою команду. В этот раз бомбу положили под Б. Миля ждет. Возможно, сейчас будет минус из дыма. Да, Миля забирает Тати. Не вовремя так нехорошо вышла Тати из дыма. Берется бомба. Дэвис делает минуса, виски убивает Лялю.
Ультра забирает милую в коннекторе. И ситуация 3 в 2. Решает виски зайти с люльки. Убивает ультру. И 2 в 2. Кидается огонь. Зажимает очень сильно в плане сейчас террористов. Проха забирает клерку с девятки. И виски остался 1 на 1 с милей. И забирает ее. Вот так вот просто не отдают раунды Сия. Еще взяли 8-й раунд. Только один раунд взяла команда Питер. Хотя ставит бомбу практически в каждом раунде. Бомбу оставили под своим мидлом. Кэнди уже забрала в начале раунда Дэвис, который, видимо, вышел в мидл с калашом. И Кэнди с ВП ее забрала. Ультра у нас проходит в скрип. Ляля делает минус в мейне виски. Лежит дым в мейне. Буду лежать, пока он рассеется. Другая же девочка взяла бомбу. Ах, миль забрали под Б. Она была там одна. Ух, не убивает, к сожалению, клерка Проху. Ультра сделает минус со скрипа. Кэнди уже за трактором. Ох, не знали они про Кэнди. Забирает ультру в спину. Был шанс забрать и Лялю. Нет, Ляля так них не далась. Убивает Кэнди, и Ляля осталась одна у нас. 8 хп, красная, и Мила ее забирает. И дефузит бомбу. Опять же, бомба стоит. Питер ее ставит. Но потом приходит хелпа с других точек и отбивает все, что только может. И это 9-1. 9-1 в пользу Сиа. Фраг лидером все еще остается Милая. 12-3. Но Тати и Кэнди не так далеко от нее, опять же. Ультра так хочет сильно убить Кэнди. Правда, не там она ее ожидала увидеть. Помогают также еще с вентилей. И желание Ультры забрать Кэнди не сбывается. И на медле просто за пару секунд почти умирает вся команда. И клерка остается одна. Ждет она с Б. Но Милая уже обошла с медла. 10-1. Не самое, конечно, лучшее сейчас решение было с клашами идти под мидл таким образом. Идея забрать Кэнди с АВП, конечно, хорошая идея. Но реализация, конечно, не очень. И у нас эко от Питера. Идут быстро, фастом. Скорее всего, пойдут опять в смог. Они так и это и сделали. Так, опять я не посмотрю. Тати скосает всех. Все остаются красные. Забирает двоих. Троих забрала Тати в этот раунд. 11-1 счет. Пользу Сиа. Да, все-таки не дают Сиа отыграть свое Питера. Ляля опять занимает такую же позицию, как она уже делала. Проха агрессивно с виски. То есть уже виски, Проха отошла. Пытается занять мейн, Ляля убивает ее, Мила дает минус Дэвис, и Питер осталось всего трое. Всего трое, расположились они по всей карте, одна стоит под скрипом, другая в медле, другая подходит под Б. Но бомба стягивается ближе все-таки, конечно, к Б. Либо они сейчас вместе перетянутся и пойдут к медлу. Ультра идет к своим тиммейткам.
не забывая еще чекать спину. Долго, конечно, решают, что делать. Да, сейчас будет заход мейн и встреча. Встреча с ТТ. Плохо забирает ультру. Ляля не попадает. Второй раз не попадает, к сожалению. Только Эклерка приходит на помощь и забирает Проху. Кэнди же здесь уже с ВП выпрыгивает. Ляля опять ее не убивает. И бедную Лялю Кэнди просто взорвала. 12-1 счет в пользу команды Сиа. Да, не дают просто раунды брать. Не дают. Хотя благодаря бомбе почти всегда у них закупка. Чаще все-таки. Но это не помогает. Кэнди с ВП в медле. Клерка проходит в мейн. Ух, неудача, неудача. Проха забирает, видя ее голову. Но ультра делает минус виски в скрипе. Довольно уже уверенно себя чувствует КТ. Все занимают уже более агрессивно. Тати убивает Дэвис. И ситуация в 3-3. Насмотрим за Тати. Как она будет принимать сейчас выход Б. Не получается убить Милю. Питер заходит на Б, будет сейчас ставится бомба. Проха убивает Милю. И 2 в 2 ситуация. Ляля убивает Проху. И Кэнди сейчас будет довольно потно. Ух, увидела голову в платье. Не попала, к сожалению, в этот пиксель. Ой, ну зато как прострелила сейчас Кэнди в голову ультру. Ничего не боится Кэнди у нас и делает минус 2. И дефит бомбу. Кэнди. Вот так вот она заходит под Б. И перегоняет тем самым Милую по фрагам. 17-6 идет Кэнди, дарит своей команде еще один раунд. Безумный, с прострелом в голову с ВП. Сразу вспоминаю 3 шота, по-моему, из Дегла, если я ничего не путаю на Мираже от Кэнди. Кэнди может, конечно, повесить так повесить, ничего не сказать. Ляля у нас с калашом под медлой. Не знаю, будет ли она выходить под АВП Кэнди. Она ее так ждет сильно. Тем временем ультра у нас с Дэвисом под мейном и... Клерка идет через скрип. В этот раз мы не занимали так агрессивно, как это привыкли делать все Прох и Виски обычно. Ультра кидает. Ух, Проха забирает ультру, не успела я еще и сказать. Знают инфу, Виски забирает уже слева. И Дэви знает, что уже и справа, и в планте. И все, кто просто хотят посмотреть через мейн, все умирают. Бомба упала в мейне, Миля была под Б и осталась одна только живая. Забирает Милую, есть по ней уже инфа, не вовремя достает ножик, но несмотря на это забирает и Виски. Но опять же, не вовремя достала ножик и ее убили. Это был ласт раунд за эту сторону, за эту половину. Си отыграла 14 раундов уже. И взяла их. И только один раунд взяла команда Питер. Good half пишут все в чате. Ну еще бы, 14 раундов. Довольно неплохой результат. Если они возьмут и пистолетку, то победа должна быть уже в их кармашке. Это Б делается медленно такое. Медленная Б через медлу, через вентиль. Снимается вентрум, отстреливается плант, есть уже инфа. Так, ультра умудряется сделать минус в планте, Милая делает минус 2. Три в три. Миля пытается, забирает, получается размен. Так, все так быстро происходит. Осталось Кэнди и Дэвис. И Кэнди побеждает схватки 1-1.
Взяли первую пистолетку Сия, счет 15-1, и, возможно, скорее всего уже, к сожалению, они, ну, к сожалению, то есть, к сожалению для Питера и к радости для Сия, они выиграют эту катку. И причем довольно уверенно. Опять я заболталась. Рашить у нас собрались Питер, Мидл. Кидает флешку Дэвис, но безуспешно. 16-1. Вот такая вот победа достается Сия. Питер очень старались, ставили бомбы, но вот не хватило немножко уже на отбивание. Если бы они отбили бы все бомбы, что ставили, это был бы совсем другой счет. Что ж, Сия выигрывает сегодня уже две игры. Питер проигрывает две. И Юэра тоже выиграла одну игру, получается. Всем спасибо, кто смотрел меня. Простите, что я уже сонная. Всем спокойной ночи и до следующих игр. Всем пока.